Одной из форм торговой деятельности является участие предприятий в проведении торгов, которые проводятся в виде аукционов или конкурсов. Где мы чаще всего с ними встречаемся и какие виды бывают? Об этом не только рассказал российский экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Лекция прошла для преподавателей и магистрантов Института управления экономикой и финансов КФУ. Практика для любого аукциона важна. Это сколько мы продаем объектов, потому что, конечно, если мы, например, что-то приватизируем, мы можем продать как один объект, а можем продать как маленькие пакеты акций, тогда мы продаем как много объектов. Когда мы продаем дополнительные билеты на авиарейс, это тоже много объектов. И важно, каким образом мы проводим эту акцию. Константин Сонин привел в пример рекламу в интернете. Что интересно, профессор отметил, что один клик приносит Google $935. Но что людей заставляет переходить на порой заманчивые предложения? Дело в том, что выделены самые популярные и дорогие слова, как в американских поисковиках, так и в русских. Догадаться, значит, одно из самых дорогих слов в контекстной рекламе Google по-английски – это слово «мезофилиома». Вот что? Болезнь. Да, это тяжелое заболевание. Это рак, который возникает, если вы много времени работали в помещении с асбестом. Значит, почему это может быть важно? Потому что нормального человека это слово вызывает вот такую реакцию. Те словосочетания, на которые самая дорогая контекстная реклама. Дальше они видно, юристы. Это в основном юридические конторы. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.